масштабный инвестпроект. Это строительство нового предприятия в городе Волхов, 28 миллиардов рублей, строительство завода-миллионника. Это действительно якорный проект, который будет и уже реализуется на существующей площадке. Он включает не только строительство нового предприятия, но также инвестиции в экологию, в строительство очистных, переформатирование, перестройку труб. И действительно, это проект по созданию новой линейки высокоэффективных удобрений, которые будут востребованы как и на экспорте, так и на внутреннем рынке Российской Федерации. Проект реализуется в три этапа. Первый этап уже реализован. Второй, самый большой, будет реализован в июле. И конец проекта будет реализовываться в 2022 году. Но основной проект, второй этап, будет реализован в июле. В принципе, уже мы выйдем на 1 000 000 тонн удобрений. Это действительно для нас становится новым якорным проектом, меняет экономику всего предприятия Волховского, а соответственно меняет и экономику, и социальную, и социалку города. Потому что все-таки горожане, наши сотрудники являются горожанами, и, конечно, инвестируя в наше предприятие, и главное, в дальнейшее его развитие, мы будем инвестировать и в город, в социальную среду, и, конечно, ее улучшать. Поддержка правительства была беспрецедентной. Я еще раз хочу поблагодарить Александра Юрьевича за его поддержку прямую. Мы прожили действительно удручающий и очень сложный год. Это год пандемии, и без прямой работы, без прямого контакта, без работы с Роспотребнадзором, без работы лично даже с губернатором, конечно, мы не смогли бы удержать вот эту эпидемическую обстановку. В итоге, слава богу, все живы, мы ни на секунду не останавливали стройку, производство идет, инвестиции идут, стройка продолжается. Поэтому здесь я могу сказать, что и помимо той экономической, скажем так, экономической ситуации, которая создана в регионе, вот та помощь, та необходимая помощь в социальном плане, которая оказывается, она также стала видна, также крайне необходима. Это все вместе дает нам уверенность в том, что мы дальше будем инвестировать в площадку, строиться, развиваться, потому что вот это наша общая забота не только об экономике предприятия, но и о всех, кто нас окружает. И сотрудники, и наши горожане, жители Ленинградской области.